Всем привет, вы на канале Toy House, и сегодня хочу вашему вниманию представить, так сказать, показать все выпуски Автолегенды Новая Эпоха. Обещали нам 100 выпусков, к сожалению, вышло всего лишь 39, и в этом видео я покажу вам все модели, я ни одну не пропустил, собирал все. В этом видео вам все эти модельки покажу. Ну, быстренько, бегло, да, более детальные обзоры есть на канале, так что, если что, заходите, смотрите. В общем, мы начинаем. Стоимость, кстати, средняя была 1000 рублей, но начиналась вообще очень-очень недорого. По-моему, вот такую можно было за 300 купить. И это выпуск номер один Lada Vesta. Журнал, соответственно, мы не будем листать, все это уже пролистано. И вот она, ребяточки, модель. Не очень удачная модель получилась, многие ее ругали, кстати говоря. Потом модели стали все лучше, лучше, лучше все равно. И последние модели прям вообще были очень-очень классные и здоровские. Но, к сожалению, все, серия закончилась. И ничего с этим поделать нельзя. Отставляем ее в сторону и давайте переходим ко второму выпуску. Второй выпуск нас порадовал. Это был Аурус. Аурус Сенат. Вишневого цвета, так сказать, гражданский автомобиль. Вот так вот он выглядит. Все, кстати, модели выполнены из металла у нас. И масштаб, кстати, 1.43. Следующая модель, номер 3. Вышел УАЗ пикап. И хочу еще отметить один такой факт, что данная модель, ну, многие модели этих машин в свободной продаже как бы не продаются. То есть, ну, от других производителей найти довольно-таки невозможно. Поэтому вот Диагостини нас радовало такими новинками интересными. Можете вернуться вообще. Напишите свое мнение, кстати, в комментариях, что думаете по этому поводу. Вернутся они, либо нет. Здесь даже снимается, видите, этот, крышка от кузовка. В общем, классная, тоже интересная модель. Есть вероятность, да, что они вернутся. Может быть, вернутся с какими-то новыми моделями. Газель. Газель. Ну, такую газель можно приобрести от нашего автопрома. Я снимал обзор. В целом они, ну, как бы отличия есть, но незначительные. Вот она. Красавица в оранжевом цвете. Газель. Next. Поехали дальше. Дальше у нас выпуск номер 5. И вот это я и говорю. Довольно редкая модель. Найти ее, по-моему, она вот выходила. Немножечко цвет у нее отличался от картинки. А здесь у нас как... Да, вот это. Нет. Или да? Да, лифтбэк. Цвет немножко отличался. Поэтому в потоке, так сказать, здесь вот целая куча стоит. Их я потом вам покажу, сколько. В общем, сложно найти. Lada Granta Liftback. Выпуск номер 5. Классная, интересная модель. Вот ее, наверное, от других производителей очень сложно найти. Ставим ее. Поехали. Выпуск номер 6. Нива. Пятидверочка. Вот она, красавица. Тоже отличная моделька получилась. Прям классная, здорово. И были некоторые модели у меня с проблемами небольшими. Но в целом все. Все на достойном, так сказать, уровне. Если сравнивать те самые первые автолегенды, вот эти на порядок все-таки выше были. Номер 6 посмотрели. Номер 7. Это Lada Vesta SV Cross. Вот он. Отличается от обычной лишь, ну, чуть поднятый кузов, да, и вот такой вот обвес у нее идет. Черный. Черным пластиком у настоящего автомобиля, если брать. Классная, здоровская тоже модель. Отставляем в сторону. И вот здесь вот, кстати, цена есть сверху, 799 рублей. Но потом, к сожалению, цены поднялись. Ну, по-моему, последние уже стоили 1200. Lada Kalina SV. И она, по-моему, тоже в другом у нас цвете. Она в белом пришла. Вот такая вот Lada Kalina SV. Классная, здоровская модель. Отставляем ее в сторону. И следующий у нас номер 9. Это
УАЗ Патриот 2016 года. И где он у меня? А вот он у меня стоит. УАЗ Патриот 2016 года. Кстати, выходил у Диагостини и современный УАЗик. Ну, обновленный, так сказать. Так. Модели у меня стоят на полках. Нива Урбан. Но за счет того, что на открытой полке стоят, видите, некоторые модели прямо у меня в пыли. Вот она. Невасик такой маленький, аккуратненький, вообще четкий Невас. Многим нравится, я знаю, гоняют, берут. Прикольный. Такой мини, ну, можно сказать, да, мини-гелик немножечко. Ну, за счет того, что, может, он квадратный. Так, следующий выпуск, номер 11. И это долгожданная была Лада Приора, которую, мне кажется, прям раскупили полностью. По моим ощущениям. Вот она, в баклажановом цвете. Лада седан, баклажан. Кстати, напишите в комментариях потом, вот досмотрите видео и напишите, какая модель из этой серии вам нравится больше всего. Может быть, как раз это и есть Лада Приора. Выпуск номер 12 нас порадовал вообще редкой новинкой, которую точно нигде не купить. Это ВАЗ-2120 Надежда. Вот она. Это минивэн. Получается, на дорогах еще можно встретить, но очень-очень мало. Тоже классная, редкая моделька. Эти модели, видите, у меня не в городе, потому что, ну, не хочется с ними пока ничего делать такого. Там тюнить их или еще что-то. Поэтому пока на полке стоят. Но, наверняка на макете они все-таки появятся. Лада Ларгус, номер 13. Обычный пассажирский Ларгус. По-моему, семиместный он. Вот он у нас. В таком цвете. Отставляем в сторону. Слышите шум? Не знаю, слышно вам на камеру или нет, но у нас пошел прям дождь такой с громом. Ну, такая настоящий майский дождь, да? Прям гроза, молнии, гром и зарядил дождь. Не знаю, какая у вас погода, тоже можете написать в комментариях. 14 выпуск, Аурус Сенат Кабриолет. Вообще у нас тепло, но вот дожди. Так, номер 14, Аурус Кабриолет. Вот где его достать? А, вот его сделали, какой красивый. Это парадный кабриолет, который участвует в параде. Вот такой вот красавец. Так, переходим к следующей. Мы даже еще до половины не дошли. ВАЗ-2329. Ну, это Нива, да, можно так сказать. Если, ну, образно, да. Вы же не говорите, когда встречаетесь там на улице такой автомобиль, говорите, о, там такой. Вы говорите, Нива. Вот она, Нива. Нива пикап. Видите, вот про пыль я говорил. Все-таки лучше модели хранить за стеклом, потому что от пыли они все равно, ну, как бы портятся. Здоровская модель. Номер 15 был у нас. И следующий у нас 16. Лада Веста СВ. Это у нас был кросс, да, Лада Веста. А это обычная, кстати. Вот она. Вот она такая обычная Лада Веста СВ. Следующий выпуск. Тоже шикарная модель. Лада Веста WTCC. Ну, это для кольцевых гонок, в общем. Автомобиль, вот она, как выглядит. Классная, суперская модель. Едем дальше. И выпуск номер 18. Это Лада Ларгус Фургон. Опа, где ты? Вот ты. Единственная проблема у этих моделей, вот конкретно у Ларгусов, их прозвали единорогами за счет того, что у них такая толстая прям антенна стоит. Можно все-таки делать и поменьше было. Но моделька тоже классная и сама по себе интересная. Здесь, по сути, нету таких моделей, чтобы были неинтересны. Это Лада Калина Спорт. Она у нас... Вот она. Вот такая. Тоже интересненькая модель.
следующий. Газелька пошла. Газель Next бортовая. Вот так вот она у нас выглядела. Кстати, вы, по-моему, если какие-то модели нравятся, можете попробовать их заказать на сайте Диагостиниц. Сейчас они их распродают. И поэтому, как бы, вы можете приобрести с довольно-таки, по-моему, скидкой. Не знаю, хорошая, нехорошая, но какая-то скидка есть. Эта модель уже, видите, цена поднялась. Уже 1000 рублей стала стоить. Едем дальше. Иж 2126 ОДА. И мы как раз-таки преодолели половину пути, да, и еще осталось у нас ровно половина. Ну, не ровно, чуть-чуть на 18 штук. Лада Веста Спорт. Вот она. Лада Весточка. Кстати, если вдруг не найдете обзор на этом канале, например, на какую-то модель, просто вот на эту, по-моему, я снимал на втором, можете найти на втором, называется Toy House Life. Поэтому, если что, подписывайтесь туда тоже. Переходим к следующей модели. Номер 23. Это УАЗик Профи. Видел настоящий такой. Он размерами, я не знаю, почти как газель. Вот, честно. Очень большой настоящий автомобиль. Но тоже вот модель. Моделька классная. Симпатичная. И вот такая модель, на самом деле, очень редкая. Переходим к следующей модели. Номер 24. Лада Гранта 2СВ. Лада Гранта. Ну, это та же Калина, которую потом назвали уже Грантой. Калина у нас исчезла, так сказать, с конвейера. Ее сняли, и теперь у нас только Гранты и Весты. Так, номер 25. У нас опять Лада Калина, обычный седан. Она вышла вот в таком вот цвете, в зелененьком. Лада Калина, седан. Такая вот машинушка. Ну, Калина у меня есть, как бы, поэтому особо она мне интереса как бы такого не вызвала. Здесь цена пока тоже 1000. Здесь тоже 1000. Это ВИС на базе Гранты 2349. Вообще вот шикардос просто. Классный, красивенький. И самое главное, узнаваемый, да, часто мы видим такие автомобили где-нибудь возле магазинов, 100% привозят хлеб, пирожки и так далее. Переходим к следующей модели, и это у нас выпуск 27. Легендарная четырка ВАЗ 2114. И пытаюсь ее найти взглядом, вот она. Всем эта модель тоже понравилась. Это вот реально редкость. Я думал, все-таки выпустят пятнашечку еще. Ее, конечно, не хватило. Да много еще выпускать модели, не перевыпускать на самом деле. Можно было, в принципе, серию-то и продолжать. Ну, 100 и было рассчитано, видать. Они же не просто так рассчитывают. Они рассчитывают, именно у них уже распланированные выпуски. По факту идут. Какие модели они выпустят. Значит, это у нас Комбат Т-98. Ну, такой автомобиль, который, в принципе, наверное, в обычной жизни и не встретишь. Я даже не знаю, я ни разу не видел. Поэтому сказать ничего не могу. И вот эта модель у меня с браком. Здесь нет у меня одного габаритного огня. Так, едем дальше. Номер был 28. Цена осталась прежней. Цена чуть подросла на 100 рублей, посмотрите. Здесь уже 1100 она стоит. И вот такой Лада Бронта Марш 1. Ну, такая, не знаю, машина болотоход. В общем, тоже очень-очень классная и здоровская. Модель прям мощная. Красотень. Просто сделано потрясающе. Так, 29. Осталось 10 выпусков, ребята. Аурус Сенат Лимузин выпустили. Тоже здорово. Класс. Мне очень-очень он тоже нравится. Можно сделать какой-то кортедж. Я не знаю, много идей всяких. Вот очень много. Что можно с этими моделями делать? Вот этот вот ГАЗ Атаман Ермак. Мне он не очень зашел, но такой автомобиль реально существует. На Тагазе, по-моему, его делали. Но как бы сам по себе он мне не очень нравится. Ну, так интересно. Или на Тагазе, или на ГАЗе. Я уже перепутал. На ГАЗе, наверное.
почему на Тагазе-то. Морда от Нивы, да? Салон от Газона, тут говорили. Люди писали. Ну, тоже обзор, если что, посмотрите. На канале он присутствует. 31 выпуск был. Переходим к 32 выпуску Lada X-Ray в черном, ребята, цвете. Вот так вот она выглядит. Прикольно, классно, интересно. Ну, ничего, с одной стороны, интересного, ну, просто прикольная. Прикольная, интересная моделька. Так, 32 выпуск мы закончили. 33 у нас опять Lada Largus Cross вышел. Тут мы видим, да, какую-то небольшую зацикленность по этим Ларгусам, получается, да, и по Невасам пошло. Не знаю, может быть, остались какие-то чертежи, болванки там, я не знаю, и вот начали делать разные просто модели. Многие тоже стали отказываться на этом этапе. Ну, как бы, многие... Ну, я продолжил собирать, а многие начали отказываться, потому что им надоело собирать одни Ларгусы, я вот знаю, писали комментарии. И Весты, да. Это Весты Кросс вышла, вот тоже, по сути. Для меня, ну, не очень интересная модель, потому что Весты уже были. Я говорю, я бы хотел бы какие-то другие модели все-таки увидеть. А это вот, наверное, чисто остались болваночки. И стали так делать. И обратите внимание, какие здесь колеса и какие колеса были в первом выпуске. Какая эволюция, да, прошла. Считаю. Аккуратненькие, классные колеса. Такс. Посмотрели 34 выпуск. Цена у нас, кстати, уже выросла. На 34. А, нет, не выросла. Вот эта модель. Вообще огонь. Пирожок такой, каблуки, ну кто как называет, то пирожок, то каблук, в общем, это у нас Иш 27175, вот такой вот интересный тоже автомобиль, тоже очень-очень редкий, найти такой, мне кажется, у других производителей невозможно. 38 выпуск, это Lada Fora, вот она, ребята, а где же, подождите, 36-й куда-то у меня делся, ну ладно, сейчас 36 и 37. Что-то там журнал, наверное, перепутали. Сейчас поправим это дело. Или не все лежат. Вот они все. 37, 38 был. Получается. Так. Так. Выпуск 36 еще нету. Сейчас найду и вам покажу, куда-то убрал. В общем, вот, еще два выпуска. Это у нас Газель была, 37 выпуск. Значит, вот она, Газель. Тоже интересный вариант такой. И, соответственно, вот эта Нива. Ну, это не Нива, это Виз. Да. Вот в таком вот исполнении. Виз у нас. И остался у нас, получается, один номер, 36. Сейчас я его найду и вам, конечно же, покажу. Ну что ж, вот он, выпуск 36. Недавно же его снимал и положил просто в сторону. Это ВАЗ-2113, в простонародье тренажка. Вот такая вот четкая точила. Многим она тоже понравилась. Многие ее ждали себе в коллекцию. Ну, в целом-то, вот и вся, так сказать, история автолегенд. Вот так вот написано в последнем номере, пожалуйста. Последний выпуск журнала Автолегенды, нашу серию. Видите, завершает нашу серию. То есть это, ну, все, мне кажется, как бы конец такой интересной эпохи. И сейчас давайте я вам покажу еще, что мне приходило. Мне по подписке приходили вот такие наклеечки. Пока их никуда не приклеил. Машинка подъехала. Приходила мне кружка, термокружка и футболка. Я это все показывал, в принципе, все есть на обзоре. Ну, а теперь сниму камеру. Опа, аккуратно. И смотрите, вот они, красавцы. Вот она вся, ребята, серия Автолегенды. Новая эпоха. Вот столько места, видите, занимает. Прям. Поэтому сложно было найти тут именно тренажку, да, которая вон там стоит. Но модели классные, здоровские. В общем-то, вот такой вот сегодня видос. Если вам понравилось, то я жду от вас лайкос. Пишите обязательно комментарии, какая модель вам больше из этой серии нравится. Ну, в общем-то, все. Всем пока. И всем, конечно же, что?
Да, бра.